«Поляк», мы играем вместе с хозяевами поляками, вместе с экс-чемпионами греками и представителями Чехии в одной группе. Не худо бы узнать, что думают иностранцы по поводу сборной России по футболу и ее грядущих европейских перспективах. Томаш, я полагаю, что для всякого поляка играть с чехами, греками и россиянами в футбол очень хорошо, потому что можно выиграть. Ну да, я думаю, что эта группа, можно сказать, все команды по 25%, что выйдет дальше, так что, ну, хорошая группа. Томаш, а кого ты из российских футболистов знаешь, может быть, особенно выделяешь? Знаю, но немного, но знаю... В «Арсеналу» играл Аршавин. Еще один был очень хороший игрок. Павлюченко. Павлюченко, да. Можно представить, что потом Россия и Польша сыграют в финале? Ой, очень тяжело, думаю. Но я верю в Польшу, но до финала дойти для польской команды — это очень тяжелая задача. А для российской? Ну... По-моему, но немножко больше шансов, чем Польша.